Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня наш эфир пройдет не в нашей с вами любимой студии, а в несколько другом формате, в режиме видеосвязи. И у нас в гостях... Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня наш эфир пройдет не в нашей с вами любимой студии, а в несколько другом формате, в режиме видеосвязи. И у нас в гостях сегодня самый известный и самый, наверное, загадочный писатель современности Сергей Эдуардович. Поклонницей и почитательницей. Я прочла все ваши книги, все без исключения, и даже по нескольку раз. И я действительно восхищаюсь вашим талантом и считаю, что это нечто исключительное по своей... И вообще, в целом, ваше творчество – это целое явление в литературе. А когда читаешь ваши романы, то ты как бы сливаешься с героями и даже ими становишься. Как вам это удается? Вы очень хорошо выглядите, Мария. С этим вас я поздравляю. Ну, а что касается вашего вопроса, вы знаете, ну, как вам сказать, любое творчество, любое как бы рождение нового – это всегда тайна. И невозможно объяснить, как это удается, вот так вот впрямую. Хотя, если вспомнить гениальные строки, такие «Я помню чудное мгновение», всем известные, всего 4 слова, но это не какие-то ведь особые там тайные слова, правильно? Это доступные всем простые слова, самые обычные, повседневные. Но попробуйте сами написать нечто подобное. Поэтому вот подобного рода примеры, речь идет о каком-то большом романе, скажем, там, ну, «Война и мир» там, Толстого, тут, наверное, каждому интуитивно ясно и понятно, что написать такое ему лично не под силу. То есть сделать такое мог только Толстой, наверное. Там слишком много слов, там слишком много информации, эти слова нужно расположить в правильном порядке, скомпоновать, ну и так далее. И мне кажется, вот сама масштабность этого произведения является как бы частью его гениальности. Но я сейчас о другом. Здесь всего 4 слова, всего 4. Вот тайна, о которой вы спрашиваете, она где-то рядом, понимаете? Она дразнит, она манит, она кажется доступной. Кажется, что можно ее сейчас схватить рукой. Ну, тут-то было. Попробуй схвати. Это как солнечный зайчик, который здесь вот кажется, а возьмешь его уже и нет, и не схватишь. Так вы считаете, что в творчестве вообще никаких законов нет? Вы знаете, вот... Первым моим желанием было ответить вам утвердительно, категорически нет, никаких законов нет. Но вот сейчас мне неожиданно на ум пришла еще одна известная строчка нашего второго гениального писателя Николая Васильевича Гоголя.
Вспомните, чуден Днепр при ясной погоде. У Пушкина «Я помню чудное мгновение», у Гоголя «Чуден Днепр при ясной погоде». Обратите внимание, и там слово «чудный». Чудное мгновение, чуден Днепр. То есть в двух известных строчках, двух наших гениев, причем строчках коротких, из 4 и 5 слов, и там встречается слово «чудный». И слово-то, между прочим, редкое. Не какое-нибудь там местоимение, типа «я», «он», «она» или нечто там подобное. Нет. Если это случайность, то совершенно удивительное, чудное. Ну, так что, возможно, законы-то и есть. Но в любом случае они совершенно непостижимы, ну, по крайней мере, пока. Так что, как говорится, чудные дела твои, Господи. Вот, кстати, опять чудные. И в одном из самых известных библейских выражений встречается слово чудны. Не чудесны, а именно чудны. Чудное, чуден, чудны. Так что, возможно, законы есть. Да, действительно. Я как-то раньше не обращала внимания. Очень интересно, да. Ну хорошо. Вот вы упомянули Пушкина и Гоголя. А кого вы еще любите? Назовите ваших любимых писателей. А, Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин? Я, честно говоря, даже... А, сказки господа Головлёвы, да? Нет, как раз вот именно эти произведения, я считаю, что у него они наиболее слабые. Например, «Дневник провинциала», «За рубежом», «Письма к тетеньке», «Господа Молчалины», «Господа Ташкентцы», вот такие вот. Даже не слышала. Ладно, Салтыков-Щедрин, а кто еще? Да все, пожалуй. Как все? А Чехов, Толстой, да тот же Пушкин, наконец. Так, скажите, пожалуйста, а вы давно читали «Войну и мир» или там «Братьев Карамазовых»? Да нет, наверное, только в школе. Вот. А перечитывали вы с тех пор хоть раз? Нет. Ну вот видите, вы не перечитывали. И в то же время вы называете Толстого великим писателем, а «Войну и мир» – бессмертным произведением. Ну чем же тогда он велик, если его никто не читает? Ну ответьте мне. Это все сплошное лицемерие. Люди называют великими авторов, которых никто не читает, кроме разве что специалистов и литературоведов. Это чушь все, поклонение идолам, понимаете? Нет бессмертных произведений, как нет бессмертных людей. И в этом, между прочим, высшая мудрость. Вот если бы люди были бессмертными, вы представляете, что бы было? Мы бы до сих пор с вами пребывали под властью какого-нибудь там Чингисхана, там, или какого-нибудь, я не знаю, там, Навуходоносора, там, я не знаю, они, в которые, что бы было, они бы, наверное, не упускали бы свою власть никогда, и никакого прогресса бы вообще не было. Или он настолько бы замедлился, этот прогресс, что, я не знаю, ну там в тысячи, в миллионы раз все было бы медленнее. Да что там Чингисхан, я не знаю. А что бы было, если бы, например, Сталин был бессмертен? Или Ленин? Что бы было? Мы бы сейчас с вами, знаете, Беломорканал до сих пор строили. И это в лучшем случае. А в худшем весь мир остановился бы. И история остановилась бы, и прогресс бы остановился. Время бы вообще прекратило свое течение. Это какое-то закукливание, понимаете? Это коллапс. Это свернутая система. Анабиоз. Смерть. Это, я бы сказал так, непременное условие прогресса. Великие должны умирать. Иначе рано или поздно они неизбежно становятся, знаете, непреодолимым таким препятствием на пути жизни, самой жизни, развития. Жизненный поток растекается, он загнивает, все покрывается плесенью веков, тонет в безразличной какой-то бездне. Апатия, безразличие, никому ни до чего нет дела, никому ничего не интересно, ничего не жаль, ничего не происходит, и некого воззвать к деятельности. Ну это же ужас какой-то. Завтра это точное повторение вчера. Тупик, конец, болото с лягушками.
Вот точно так же и литературные произведения. Они тоже стареют и умирают, так же, как люди. И в конце концов остается только память от них. Знаете, такая могилка, на которой можно прийти, поклониться и не более того. В этом смысле, я сейчас скажу интересную вещь, может быть, вы даже удивитесь. Вот любой современный комикс лучше всего Льва Толстого. Ну, лучше, как живой осел, например, лучше мертвого льва. Согласитесь. Почему же мертвого? Того же Толстого, его как читали, так и будут читать. Да, этого делают сейчас меньше, чем это было раньше или чем это принято думать. А вот комикс — это как раз-таки однодневка. Он-то точно умрет. Знаете, вы сейчас, я сдаюсь, ладно, вы меня немножечко поймали, но только чуть-чуть. Я действительно погорячился в пылу нашей с вами полемики. Хорошо, «Война и мир», скажем, еще не мертв. Просто это, знаете, я бы сравнил его с глубоким, дряхлым стариком, с дедушкой, который никому особенно уже не интересен. Но он только единственное вызывает уважение своим почтенным возрастом, сединами. Такой, знаете, аксакал-долгожитель, который проскрипит, пожалуй, еще лет 100, ну, а может быть, даже и 200 проскрипит. Это такая, знаете, полусонная черепаха-тортилла, которая сидит в иле на дне пруда. А комиксы, про которые я говорил, такие эфемерные поденки, однодневки, весело резвящиеся на его гладью. Вот завтра их не будет, а на их место придут новые, другие, мириады, мириады других. А потом, в свою очередь, исчезнут и они, а тортилла так и будет сидеть и дремать в своей тине. Вот скажите по совести, это что, жизнь? А ведь когда-то и она была прекрасной бабочкой-то. Была самой прекрасной из всех, которой действительно все восторгались. Но сегодня все это уже, к сожалению, в прошлом. Дела, как говорится, давно минувших дней. Ладно, давайте все-таки вернемся к вашему творчеству. Хотя нет, подождите, но вы же назвали Салтыкова Щедрина. А чем он в ваших глазах лучше, чем Толстой? Можно перечитывать. На мой взгляд, это единственный автор, которого вообще можно перечитывать, причем постоянно. У меня постоянно на столе лежит какой-нибудь томик из его собрания сочинений, который я непрерывно перечитываю, просто по кругу. Я заканчиваю и тут же начинаю снова. Но других авторов я вообще таких не знаю. Впрочем, не знаю, сейчас даже не вспомню. Вообще-то, конечно, дело вкуса и сугубо личное дело. Единственная проблема, что я уже почти его наизусть выучил. Скоро читать будет нечего. Ну, хотя в последнее время я мало читаю. В основном приходится писать, времени нет. В основном я пишу. Давайте, наконец, все-таки поговорим про ваше творчество. Как я уже сказала в самом начале программы, я действительно являюсь вашей большой поклонницей и преклоняюсь перед вашим мастерством. Я даже не побоюсь этих громких слов и эпитетов. Это действительно так. Но, знаете, ваши романы, они оставляют какое-то очень странное впечатление. Не каждый по отдельности, а все вместе. И, в принципе, ваша эволюция как писателя, выбор ваших тем... Все ваши романы гениальные, они просто сверхгениальные, правда. И вот вас как раз можно перечитывать и перечитывать. И если это является критерием мастерства, то все это бесспорно. Но вот первые ваши романы, они были добрыми, чистыми, светлыми. Люди там были сильными, оптимистичными. Но потом все становилось мрачнее и мрачнее. Это... Последние романы — это же вообще какой-то непрекращающийся ужас. И заглядывать страшно, и оторваться невозможно. Как, с чем это связано? Попробую рассказать сказку. Даже не сказку, притчу. Хотите? Ну, хотите? Давайте. Хорошо. Так вот, жил-был на свете один человек. Просто обычный человек. Ну, вот как я такой же.
Я ведь тоже начал писать очень поздно, наверное, знаете. Да, да. Ну. Знаю. И превосходные вещи, абсолютно зрелые. Вы как будто взялись из ниоткуда. Ну, не совсем так. Во-первых, не совсем из ниоткуда. И вообще я писал и раньше. Вы писали раньше? Ну да, я так, можно сказать, пописывал. Было дело. А... Но, правда, это было под другой фамилией, под псевдонимом. А почему же тогда вас никто не слышал, никогда не читал? Ну, потому что это все плохо, это все было бездарно, все это, знаете, это макулатура, мусор, обычная графомания, все. Да давайте на этом сейчас закончим, я все-таки вернусь к нашей сказке. Что... Давайте сказку. Итак, жил себе жил этот человек, колготился, бился, как рыба об лед. Ну, знаете, все без толку. И, наконец, он не выдержал, разодрал на себе одежды, и возопил громким голосом. «Господи, ну почему я такой несчастный и бесталанный? Ну сколько же можно? Ну смилуйся, Господи, жалься, помоги мне, сделай меня талантливым!» И сжалился над ним Господь, и послал к нему своего ангела. И явился к нему тот ангел и сказал: «Радуйся, услышал Господь твои молитвы. Станешь ты теперь талантливым, даже гениальным, даже сверхгениальным. Ты будешь таким писателем, каких свет еще не видел. Да будет так, сказал ангел. И продолжал. Отныне твоими устами будет говорить сам Бог. Иди и неси людям свет, добро, правду. Открой людям свою душу. Никто не сможет противиться силе твоего слова». И что было дальше? А что было дальше? Человек, естественно, начал писать. Поначалу на его душе было очень светло и радостно. И книги, соответственно, получались светлые и радостные. Полные добра, света, положительных, чистых героев, героинь. Но, как вы понимаете, человек ведь не бог и не ангел. И всего в нем, знаете, сколько всего понамешано. И добра, и зла. И в его душе есть не только светлые стороны, но, к сожалению, еще и темные. Разные тайные мысли, мыслишки, порочные желания. И вот когда первая эйфория прошла, темная сторона ожила. И человек вдруг с ужасом обнаружил, что он не может не писать о ней. Я сейчас о темной. Его гений, данный ему сверху, стал его проклятием, понимаете? А он не мог не писать, он не мог не выворачиваться публично наизнанку, не открывать людям душу свою. А что там было-то в душе? Вот что было в мелкой душонке обычного, заурядного, мелкого человечешки? Что? Вот такие же мыслишки, желанишки и, главное, грязь и слякоть. Но, знаете, талант и гений на пустом месте не произрастают. Это не пустырь. Это неотъемлемая часть личности. А тут я не знаю, с чем сравнить. Ну, давайте так вот, знаете, вот как будто курице дали крылья орла. Представляете себе? Вот зачем курице крылья орла? Ну, куда ей летать? Вот куда ей летать? По своим куриным делам, что ли? Она как копалась в навозе в огороде, так копается. А крылья ей только мешают. И выставляет ее на всеобщее посмешище, поскольку, как выяснилось, на них еще и летать обязательно нужно. Понимаете, парить в небесах, чтобы все внизу посмотрели на эту кудахтующую курицу на орлиных крыльях, как она там парит во всей красе. Орлиные крылья орлу нужны. Но нельзя просить, чтобы тебя вообще в орла превратили. Это все равно, что о смерти просить. Это уже ведь не ты будешь, а кто-то другой. Орел – это вообще другая птица. В орле нет ничего куриного. И потом? Ну, сначала начались проблемы с женой. Он описал свои мужские сексуальные фантазии. И поскольку по силе воздействия это была уже даже
не литература, а какая-то реальность, это сверхреальность, что обещал ему ангел, жена почти никак не отреагировала. И он заподозрил, что она его не любит. Ведь фактически он изменил ей на ее глазах, понимаете? Сексуальные сцены описаны были так ярко, а ее будто это вообще ну, никак не тронуло. Вот и все. Да, кстати, вы действительно тоже очень сильные сексуальные сцены представляете в своих романах. Я как раз хотела об этом у вас спросить. Как вам это удается? Ну, это очень просто. Я просто образно представляю себе эту сцену и потом тщательно ее описываю. Максимально подробно фиксирую детали. Этакий репортаж с места событий. Словесная живопись, словопись. Ну а поскольку описание всегда можно сделать чуточку идеализированным, приукрасить его, описать идеальный секс, когда все получается, все удается, у обоих партнеров все происходит синхронно, все, то и впечатление, соответственно, оказывается даже сильнее, чем в реальной жизни. Потому что в реальной жизни у одного из партнеров может быть ну, просто плохое настроение там или что-то не заладится, ну, сами понимаете. А тут все именно так, как надо. Реализация мечты. Все. Что? Вы вот так все, что угодно можете себе представить и описать? Ну, естественно. Ну, вот, например, секс с вами прямо сейчас, прямо здесь. Вы встаете, спокойно и неторопливо подходите ко мне. Хватит. Хватит. Я вам верю. Но давайте продолжим ваш рассказ, вашу сказку. Что там было дальше? А на чем мы остановились? Мои мечты свои описал, а она никак не отреагировала. Не знаю. Это же сказка. По сказке она не отреагировала. Впрочем, я думаю, что ну, ничего бы не изменилось. Он бы ее в чем-нибудь другом тогда заподозрил. Например, что она его не понимает, сомневается в нем. А значит, опять-таки не любит. Ну, не знаю, короче. По сказке, я повторяю, она не отреагировала. И в нем зародились сомнения в ее искренности. А дальше больше. Появилось что? Ревность. Подозрительность. Наверное, у нее любовник. Если она его не любит, то почему она не уходит? Из-за денег. Он стал богатым, потому что романы расходились какими огромными тиражами. В общем, все эти проблемы денег, ревности, подозрительности, это банальные проблемы. Это свойственно любым мужьям в любых семьях. Но у него, в отличие от всех остальных обычных мужей, в руках было такое оружие, абсолютное оружие, и он не преминул им воспользоваться. Он же был как дикарь, как папуас. Знаете, папуас с автоматом Калашникова. И он, не задумываясь, пустил в ход в этих разборках. Искушение-то было слишком велико. А он, знаете, он не мог ему противиться, даже если бы захотел. Он должен был писать о том, что творится у него в душе. И он написал новый гениальный роман. Гениальный. Вот этот роман был о том, что сейчас больше всего волновало. О супружеской измене. О замужней женщине, ищущей любовника. Роман, оправдывающий и объясняющий ее поведение. Специально, чтобы понаблюдать за реакцией жены. Понимаете? Жене, естественно, понравилось. Ну, точнее, прямо она, конечно, ему не сказала, но он же видел, что понравилось. Ну, а как ей могло не понравиться? Если не нравится им написанное, вот это вот просто не могло. Да и кто была его жена? Ну, кто? Она же не какая-нибудь там Жанна Д'Арк, орлеанская девственница, несгибаемая. Нет, это была обычная средняя женщина с обычной средней моралью. Именно такая, про которых в Библии сказано «не искушай». А он как раз именно искушал. Он, знаете, вот этой силой своего нечеловеческого таланта заставлял любого читателя испытывать такие чувства,
что испытывали его отрицательные герои. То есть главное понимать их, и главное сочувствовать им, и оправдывать их. И значит, менять мораль внутреннюю, мировоззрение, подрывать все основы, рушить все, заставлять вот этого читателя становиться на точку зрения с последней сволочи, преступника, сливаться с ним. Понимаете? Пробуждать такие темные стороны, которые, между прочим, есть в каждом. И во мне, и в вас, да и в любом. В любом. Ну вот, например, вы можете себе представить психологию преступника? Если вы можете, то в вас есть что-то точно от него. А каждая женщина, любая, и вы тоже, можете легко сыграть на сцене, там, в кино, где угодно, проститутку и шлюху. Вот не верите? Это действительно так. Вы можете понять ее психологию, психику, логику поведения. Правильно? Но в то же время попробуйте, например, понять логику жужелицы, да? Потому что от жужелицы, вот вы никогда не поймете, потому что от жужелицы у вас ничего нет, а от шлюхи и проститутки у вас есть. Короче, если бы он написал роман о каком-нибудь людоедстве, о его прелестях и о наслаждении поеданием человеческого мяса, читателю это бы тоже, наверное, понравилось. Да не наверное, а точно. Но с одной стороны, он это прекрасно понимал, но понимал также ясно, что прочтение этого романа равносильно реальности, равносильно действию. И коль скоро жена прочла, это все равно, что она проглотила яд. Дурная кровь в мои проникла жилы. Как будто ее укусила змея, тарантул, скорпион. А дальше больше. Он начал сомневаться во всех подряд. Во всех. В друзьях, в родственниках, во всех близких ему людях. Ну, во всех. Представлять себе, как они поведут себя в той или иной ситуации. Понимаете? Представлять, как они себя поведут. И он давал им такие ситуации, совершенно неестественные, нереальные, немыслимые. Знаете, подобные мысли, вот такие, о чем я сейчас сказал, мелькают, наверное, у каждого человека. А вот продали бы меня за миллион. Но у обычного человека они сразу гаснут как-то, они сразу как-то умирают. А у него они воплощались в жизнь. Вы понимаете сейчас, о чем я? То есть воплощались в реальность. В дьявольских романах. А вот полный успех порождал у него в душе не что иное, как новый всплеск злобы. Он был в отчаянии. И на свет появлялся новый роман. Еще ужаснее, еще безысходнее предыдущего. И вокруг него скоро образовалась просто пустыня. Вакуум. Торричелли, пустота. Ни друзей, ни близких. Это же были все обычные люди. Средние люди. Но и для их верности, дружбы, чести тоже существовали какие-то известные пределы. Вы знаете, если для стали существует предел прочности, то что говорить о людях? Есть бездны, в которые человеку лучше вообще не заглядывать. Не надо. Не надо. Есть температуры, при которых плавится все. Любовь, честь, верность. Все. И вот оставшись совсем один, он начал людям мстить. Всем людям вообще. Вот эти извращенные сексуальные сцены, оргии, насилие, все это полилось рекой из него, как из бочки. Он будил в людях, знаете, самые низкие, низменные инстинкты. Злорадствовал, видя, как растут тиражи его романов. Казалось, что его устами говорит сам сатана. А с сатаной, как известно, нельзя разговаривать и нельзя его слушать. Но в те времена, когда изрекали эту истину, вероятно, еще не существовало ни книгопечатания, ни средств массовой информации. В частности, телевидение, видимо, тоже.
Да и прочитать там, кстати, тоже ничего не сказано. Читать, наверное, можно. Да. Знаете, что вам еще рассказать? Если говорить о том, что было дальше, то дальше не было ничего, потому что это сказка. Вообще это игра. Я сейчас с вами играю. И с телезрителями тоже играю. Я провоцирую их, чтобы поднять свой рейтинг. Еще больше усилить интерес к моему творчеству. Теперь мои романы прочтут все. Все. Даже те, кто вообще никто никогда ничего не читал. Кроме ценников на чеков и этикеток на бутылках. Нужно, хотят же пообщаться с сатаной. Но ведь зло же привлекательно. Оно же неотразимо. Вот предупреди человека. Вот не читай. Нельзя тебе читать. И он обязательно прочтет. Обязательно. Так что все это игра, дорогие мои. И так до бесконечности. Рекурсия. Бесконечный ряд вложений друг друга матрешек. Лента Мёбиуса, где внутренняя поверхность одновременно является внешней. А правда одновременно является и ложью. Так что понять, где кончается одна, начинается другая, уже совершенно невозможно. Знаменитое «я лгу». Если я лгу, то я говорю правду. А если я говорю правду, то я лгу. Высказывание, одновременно являющееся истинным и ложным. Я смотрю, вы совсем запутались. Ну ничего, не путайтесь. Я же говорю от имени сатаны. А он, как известно, любитель парадоксов. Хотели спросить, верующий ли я человек? То есть верю ли я в существование Христа? Конечно, верю. И разумеется, Христос существовал. Потому что я не могу в это не верить. Потому что каждый истинный христианин должен быть в этом уверен. Разве нет? А если вы меня спросите, каким был Христос, я просто вам отвечу. Слишком серьезным. У него напрочь отсутствовало чувство юмора. Спасибо. Можно это сказать?